твой шанс, твоя судьба, твой шанс, и ты звезда. Нашу программу продолжает певец, актер, музыкант Динар Шесть. Хочется отметить, что все свои песни Динар пишет абсолютно самостоятельно. Это и слова, и музыку, и аранжировки он тоже делает сам. И сейчас он представит вам свою авторскую песню «It's my житие». Всем привет! Динар Шесть приветствует вас! ТВ Шанс! Встречайте мой зажигательный мега-трек! Ходила молодец, гуляла на синее небо, поглядал. Ой, а трава зеленая стоит, матушка, да у окна. Солнышко блестит, балалайка бренчит. Все это слышал я в детстве, русские сказки, русские песни. Если кто не понял, к чему веду я долг, это наш прекрасный русский поп. Я никому не делаю зла, мой суперстайл это не бла-бла-бла. Со мною мир всегда на земле, я Динар Шесть, it's my житие. Там тирали от рассвета до заката, все, что я творю, мне послано с небес. Я мечтал, что это сбудется когда-то. Воу-воу, это русский поп и евро-дэнс. It's my житие, мое слово с удивлять не перестанет завистником, молчать заставить житие мое. Oh yeah, yeah. Ты не успеешь меня остановить, я буду как огонь, огонь, тебе меня не буду жить. Ой, лилю-лилю-лима, это гадоля. Что-то поменял, что-то получил, мама, я, наверное, крутой спалит. Это типа валенки палит, для молодых и для стареньких. Я качаю фасовый винами и стреляю словами. Кто испытал ко мне интерес, это R&B, русский фолк и евро-дэнс. Там тарирали от рассвета до заката, все, что я творю, не послано с небес. Я мечтал, что это сбудется когда-то. Yeah, этот крутой процесс, R&B, русский фолк и евро-дэнс. Там тарирали от рассвета до заката, все, что я творю, не послано с небес. Я мечтал, что это сбудется когда-то. Русский фолк и евроденс. Ой, говорили ли. Всем спасибо! Михаил, не уходите, пожалуйста. Я здесь. Спасибо вам большое. Еще раз напомню, мой псевдоним Динар Шесть. Динар Шесть, да. И Динар Шесть получает подарок от нашей программы. И это сертификат на бесплатное участие. Благодарю. Спасибо большое. Всем удачи и только вперед.